На площадке у Ледового дворца собрались 66 лучших картингистов Беларуси. Змейка, зигзаг, круг, лабиринт, узел, коридор, уголок. Так выглядит путь любителей адреналина. Заезды проходят в двух возрастных группах – от 8 до 12 и от 13 до 16 лет, как в личном, так и в командном зачетах. Город представляют 5 юных гонщиков. Участники должны как можно быстрее проехать дистанцию, выполнить элементы и не затронуть ни одного конуса. Помимо скорости, важно еще и мастерство. За каждую сдвинутую фигуру полагается плюс 2 секунды к времени. За неправильные элементы плюс 10. Это не так просто, как кажется. Поклонники «Формулы-1» прикладывают на тренировках все усилия, чтобы на соревнованиях показать достойный результат. Бобруйчанин Илья Хадиков влюбился в картинг с первого заезда. Экстремальным спортом школьник увлекается уже третий год. И вот спустя не одно проколотое колесо готов бороться за право стать чемпионом среди любителей драйва со всех уголков страны. Когда я только ехал, было чуть-чуть волнительно. Но когда я откатался и понял, что я вроде бы ничего не сбил, все нормально проехал. Для победы важна каждая секунда. У юных спортсменов в крови бурлит адреналин и желание стать лучшими. Воплотить мечту в реальность помогают профессиональные тренеры. Они рядом с ребятами в самые ответственные моменты, дают ценные советы, подбадривают и верят в успех. Наши дети, они относятся очень ответственно. Слушают, как говорится, все слово в слово и выполняют. Но у каждого свой стиль езды получается. Каждый, как говорится, по-разному ездит, воспринимает все это наше наставление. Любят скорость, технику. Естественно, ремонтировать ее, готовят для соревнований. Первый этап завершается награждением победителей в личном зачете. Командные результаты подведут на заключительном состязании 29-30 мая в Гомеле, где картингисты продемонстрируют кольцевую гонку. Елизавета Лепеева, Максим Галионко, Бобруйск 360.